так, вот идем за детьми, они идут в школу, да, а мы за ними. Это улица Ашикали. Этих домов не было, наверное, дома или двухэтажные здесь стояли. Вон финские. Она говорит, финские дома были. Ты видишь, вон финский домик там. Все, а здесь, наверное, это все финские домики. Просто их, да, снесли, и все. А поселок, да, поселок вот так, человек в школу наверняка оттуда и шел. Это как около нас военный городок. Финские дома в основном же военным, да, давали? Ну вот, здесь был военный городок. А сейчас уже все сломали, перестроили. Но все равно, вот там я увидела один финский домик. И вот еще один, крыша. Ну, крышу тоже, видишь? Нет, вот там был финский дом. Точно. Они, да, но все равно это та улица, то место. Это самое главное. Что мы идем по... к школе через поселок. А вот и школа. Вот и мы пришли. Вот эта школа. Вот так, вот так женщина шла в школу. Вот какая большая школа. Какой большой школьный двор. Ты посмотри. Да, у меня мурашки. Да, вот-вот-вот школа. Школа номер 72. Отсюда нет, они оттуда идут, дети. Видишь? Они вдоль забора идут туда. Я снимаю. Я снимаю. Хочешь ребенка снять? Сейчас строго, сейчас школы запрещают снять, но я снимаю, да. Я же рядом иду. А вот здесь, видишь, вот финский домик. Ты видишь крышу? Вот крыша финского домика. А вон крыша финского домика. Вот это все будет дома. Надо дорогу перейти. Надо, оттуда лучше. Оттуда лучше снять. Да. Да, номер 72. Вот к школе пришли, номер 72. А сейчас сделали уже лицеем. И мы внутрь не зашли. Давай вот так пройдем мимо. Школа очень большая. Вот, 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 вот. Это все школа. Ну, мы сейчас туда пройдем, да? Обойдем вокруг. Вот. Да, отсюда лучше видно деревья. Наверняка эти деревьям этим 100 лет, а? Этим соснам. Но очень большое здание школы. Смотри, вон туда идет вдоль по улице. Какие высокие деревья. Ну вот, школу я тоже сняла. В школьный двор не стали заходить, так и сейчас, еще раз повторюсь, очень строго по поводу съемок в школе. Ну вот так со стороны сняла я для вас школу. Тут парк при школе, большая территория, там наверняка стадион. Вот прошли среди, через дома, идем. Хотим выйти на проспект, а здесь детская больница находится. Наверняка вы тоже ее помните. Такой большой поселок внутри, оказывается. Столько финских домов, но в основном все домики переделали и сделали себе из них виллы. Подняли двухэтажные, трехэтажные. А здесь вот посмотрите, старый забор. Вы представляешь, это весь поселок вот так выглядел, да, в советское время. Да. Это садик. Там, да, что-то похоже написано. Да. Подожди, как, неужели еще остались такие места, где можно окунуться в прошлое?
Посмотрите, что на детский сад. Номер какой, ну-ка. 98. Ничего себе. А сейчас кто-то живет. Вот детский сад. 98. Так, забор старый. У меня вот, я люблю вот такие эти. Это все-таки мне напоминает мое детство. Вот, посмотрите. Когда-то здесь бегали дети, приводили их сюда в садик. Здесь кипела жизнь. А сейчас просто заброшенное место. И вопрос, конечно, времени. Скоро оно исчезнет. Женщина подошла ко мне, вы, говорит, снимаете. Я говорю, да, я говорю, сейчас таких мест не осталось. Она говорит, да, в советское время. Русский сектор детского садика, говорит. Действительно, говорит, таких мест сейчас нету. Сталинский дом? Да. Да, вот эти широкие. Да, это сталинский дом. Ну вот, видишь, и какой, смотри, большой двор. Он угловой, этот это дом. Как, ну, помнишь, в этом? Да. Ездили мы к этому Говсанету. Там тоже такой двор был. Да. Проект один тот же. Да. А забор, забор, подожди, сниму забор. Неужели забор остался? Посмотри, резной. Здесь новостройку. Вышли со двора. И сейчас хочу вам показать. Вот дома. Видите, один дом. Но и тут не старенько, нет? Тут трехэтажный. Старенько вот этот.